Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня я вам покажу, как приготовить творожное тесто. Творог очень нужен детям, но не все его любят в таком натуральном виде. Мы его должны спрятать. А спрятать это хорошо в творожное сладкое тесто. Нам понадобится 0,5 кг муки, у меня просеянная мука, 300 грамм сахара, 0,5 кг творога, у меня уже творожок через сито протертый. У кого есть кухонная машина, можете там взбить. Значит, 200 грамм сметаны, 2 яйца, чайная ложечка соды, мы ее загасим уксусом, пачечка ванилина, я ее могу сейчас сразу и высыпать сюда. Ну или ванильный сахар. 0,5 чайной ложечки соли, тоже в муку я высыпаю. Значит, сейчас будем приготавливать это тесто. Сахар тоже сразу я высыпаю в муку. Сметану высыпаем в муку. Творог. Красавчик. Яйцо надо расколотить. Я расколочу венчиком яйцо. 2 яйца. Я не сказала, наверное. Ну, вы видели, что 2 яйца. Взбивать не нужно, просто расколотим, чтобы желток и белок смешались вместе. Так, и у нас остается сода. Мы ее должны погасить уксусом. Значит, что я делаю? Беру соду и наливаю уксус. Если немножко она там и не погасилась, какая-то сода, то ничего, здесь же у нас сметана, в общем, творог, она пойдет, загасится. И вымешиваю тесто. И вот наше творожное тесто уже готово. В зависимости от влажности творога нужно добавлять муку. От 100 до 200 грамм может даже получиться. Видите, вот такое должно получиться мягкое тесто. Из него можно делать любые печенья, любые фигурки. Прямо выдавливать нашими формочками и выпекать в духовке. Приятного аппетита и удачи вам! Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких!